двумерный огромный простор для постановок. Ну, скажем, шахматная доска разбита на горизонтальные и вертикальные домино. И одна операция состоит в том, что вы берете какой-то блок из двух доминошек, скажем, вертикально, и одновременно их переворачиваете, превращаете в две горизонтальные доминошки. То есть вот что называется флипом, ну и обратно операция. Отдельный вопрос, почему вообще, если доска покрыта доминошками, 1 на 2, то вообще такая конфигурация, либо такая, либо всякая, найдется. И доказать, что из одного покрытия любое другое можно получить флипами, и уж еще сложнее оценить количество флипов необходимых. Пример очень серьезный, там, задача. Из той же серии, из того же флакона, с той же постановки. Есть операция, есть начальная, конечная ситуация. Оценить количество необходимых операций, необходимых действий. Есть триангуляция, разбиение на треугольнике, произвольном, там, выпуклом многоугольнике. И элементарный флип, или замена двух треугольников, имеющих общую сторону, на другую парочку треугольников. Да, то есть я просто в этом выпуклом четырехугольнике меняю, стираю одну диагональ и меняю на другую. Тот же самый вопрос, какое наименьшее число операций требуется. Ну или хотя бы оценить, которые потребуются при, для перехода от заданной триангуляции.